Ну, пойдем, сели, ноги под ягодицы партнеру. Ноги под сели, ноги вперед, ноги под ягодицы. Да, ягодицы это попа. Да, вот так, да. Поближе, говорит, сели. Ягодицы вперед. Левые ягодицы, ноги ягодицы. Прям побежали. Ближе. Парень, кто не будет? Работаем. Ногами, да. Руками. Спокойно. Просто спокойно. Бьем сильно. Нет, парень. А, прям бой, да? Парень, руки! Корпус, бьем! Корпус! Бьем, Саш, бьем! В основном одиночные действия! Бьем в корпус, бьем! В основном прямые, боковые, снизу тоже есть, конечно! Когда у вас сил больше становится, когда вы немножко постояли, позащищались. Вот одну руку за счет приема, другой руки энергии больше. Бам! Вы же знаете про это, да? Начали. Голову закрывать не надо, голову мы не бьем. Бьем, корпус, бьем. Сильные удары. Вот, я один. Мы ставим все условия, бежать некуда. Это хорошо для тех, кто никак не может, начинает нервничать на третьей дистанции. Ну нервы, потому что ты не контролируешь. Тебе кажется, что все идет как-то не так. Руки откуда-то появляются у соперника, еще что-то ты не видишь, не успеваешь подумать, проговорить о себе. А тут и не надо. Тут и не надо. Лишние мозги только мешают на третьей дистанции. Приготовились. Получайте удовольствие, верьте своим глазам. Вы все видите. Мало что видите, еще и чувствуете. Вот он чуть делает движение вперед-назад, а вы ногами чувствуете, как у него мышцы напрягаются. И головой, где-то сознательно. Все это оцениваете, понимаете, какой удар сейчас будет. Насколько он будет быстрый, сильный, какой рукой, в какое место. Вы все это можете понять.
за счет тактильного.